Куйбышевском районном суде Самары продолжается процесс над командиром 2-й роты полка ДПС Евгением Севряковым. Его обвиняют в получении взятки и создании препятствий закону предпринимательской деятельности. По версии следствия, он вместе со своим заместителем Сергеем Пройным с марта по июнь 2017 года брал деньги от руководителя транспортной компании за беспрепятственный проезд по Куйбышевскому району больше грузов с нарушениями. В зависимости от того, сколько видов транспорта, какое количество транспорта находится в организации, соответственно, сумма взятки варьировалось. Соответственно, чем больше транспорта, тем больше сумма взятки. То есть в среднем за проезд одной машины в месяц необходимо было передать 5000 рублей. Соответственно, 10 машин, 50 тысяч рублей и так далее. Пока приговор вынесен только Пронину. Это 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Заместитель командира полка ДПС признал свою вину и пошел на сотрудничество с правоохранителями. Сейчас его допрашивают как свидетеля. В свою очередь Евгений Севряков находится под домашним арестом. Сегодня по данному уголовному делу планируется допросить ряд свидетелей. Их сегодня будет доставлено 11 человек. Это в том числе сотрудники службы дорожно-постовой службы ГИБДД, роту номер 2 и бывшие сотрудники данной роты, а также иные свидетели, которые каким-то образом могут помочь в раскрытии данного преступления. Если вина Севрюкова будет доказана, его могут посадить на 4 года.